Спасательная операция на Оби прекращена. Водолазам удалось найти тело только одного погибшего. Напомню, в понедельник, 11 марта, один из спасателей извлек из кабины затонувшего грузовика тело водителя Рамиля Галеева, которое было обнаружено во время пробного спуска 7 марта. При этом специалисты выяснили, что кабина наклонена вперед и деформирована. Люк, расположенный в крыше кабины, открыт, лобовое стекло выбито. Водолазы несколько раз детально обследовали кабину автомобиля дно реки под ним и в радиусе 3-4 метров вокруг него. Однако тело второго погибшего Сергея Тымкив обнаружить так и не удалось. Было принято решение об окончании поисковых работ.